Недавно отреставрированная детская площадка на проспекте Ленинского комсомола возле детской поликлиники, которая пользуется большим спросом у ребятишек, уже начинает терять свой прежний вид. А все дело в прорезиненном покрытии, которое по той или иной причине отваривается целыми кусками и появляются дыры. А это создает травмоопасную ситуацию для детей. Конечно, не должно такого быть, потому что эта площадка, она недавно отреставрирована. И, в принципе, мы сами удивились, что покрытие так быстро вышло из строя. Но я думаю, наши власти прислушаются к мнению родителей и заменят. Нередки случаи, когда такое халатное отношение приводило к несчастью. Около года назад в деревне Жабкино пострадала 11-летняя девочка. Дети спокойно попадали на ничем не огороженную поврежденную площадку, играли в мяч, в результате чего нога Ксюши зацепилась за одну из дыр, и ребенок попал в больницу. Стопа у меня была на земле, а нога, она у меня вывернулась. Все думали, что у меня вывих, а оказалось, что у меня перелом. На этой детской площадке во дворе дома номер 11 по улице Завидная дыры заделали. Видны свежие куски неопрятно положенного прорезиненного покрытия. Да и вообще исполнение оставляет желать лучшего. Рабочие после себя оставили бугры, на которые прямо заливали прорезиненное покрытие. Оно уже трескается, и дальше будет только хуже. Да, опасно. Некачественно. И если на предыдущих игровых зонах прорезиненное покрытие хотя бы есть, то на Заводской 24, кажется, о нем даже и не слышали. Местным ребятишкам приходится играть по старинке прямо на песке. Ну, надо сделать прорезиненное покрытие. А почему вы считаете, что оно должно быть? Ну, оно уже травмобезопасно. Дети там падут, ничего не поранится. Но по стандартам песок в качестве покрытия использоваться может. Однако в дождливую пору от него много грязи, что детям и родителям приносит неудобства. По району дежурили Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.